Здесь туалет, пол, стены, потолок, керамогранит. Заранее планировали и сделали. Здравствуйте, дорогие друзья! Санкт-Петербург, Невский проспект. Из однокомнатной квартиры делаем студию. Ремонт идет классно. Здесь кухня зона, керамогранит, общая стена. Здесь душевая, пол, стена, керамогранит. Но потолок должен быть натяжной потолок. Почти в конце ремонта заказчик хочет с широкоформата потолок керамогранит. Кто как думает, напишите в комментариях. Если бы сказали бы заранее, сначала потолок, а потом стена, упирает будет держать. Как вы думаете?